Всем привет! Я Мария, эксперт М-Видео. Из этого обзора вы узнаете об особенностях этой стиральной машины марки LG. Такая технологичная и узкая машина с очень даже неплохой производительностью отлично подойдет для небольшой семьи. Современный и стильный вид в этой модели отмечаешь сразу, но важнее, конечно, то, что внутри, а это инверторный мотор с прямым приводом. Такой потянет любые режимы и отжим до 1200 оборотов в минуту. И сделает это тихо и экономно. Максимальная загрузка здесь составляет 7 килограммов. Вроде бы объем не гигантский, но практичный. И для ширины модели 45 сантиметров показатель вместимости хороший. Из классных фишек тут есть 6 разных алгоритмов вращения барабана. Наверное, вы уже догадались, что разные типы движения соответствуют разным режимам. Те, в свою очередь, ориентируются на тип ткани и ее загрязненность. В общем, само движение из 6 вам выбирать не придется, а вот программу – да. И выбирать есть из чего. Только взгляните, есть даже функция пара True Steam. Чистка паром подходит почти что для всего, особенно если одежду или белье нужно полностью избавить ото всех аллергенов, включая стиральный порошок. В общем, если в вашем доме есть аллергики или малыши, True Steam – отличный вариант. Многим хозяйкам нравится и опция ускорения стирки Turbo Wash. Особенно часто она требуется мамам, особенно летом, когда детишки могут ежедневно пачкать не один комплект одежды. Ну и, конечно, деликатную стирку, пуховые изделия, спорт и другие программы найдется где применить. И обратите внимание на этот цифровой сенсорный дисплей. Вроде бы ничего особенного, но он чуть-чуть наклонен, значит, смотреть на него удобнее. Не нужно наклоняться, чтобы разглядеть, сколько минуток осталось до конца стирки. Добавлю пару слов о практичности и безопасности этой модели. В ней имеется стабилизатор напряжения, то есть скачок в сети на вашей стирке никак не отразится. А еще этой машинкой можно управлять при помощи приложения на смартфоне и в нем же выяснить, что же произошло, если машинка вдруг забарахлит. Итак, хотите приобрести стиральную машину, которая занимает немного места, а стирает на уровне своих более крупных коллег и при этом оснащена многими современными технологиями стирки? Вот она, узкая модель от LG. Спасибо, что смотрели обзор. Остались вопросы? Пишите в комментариях и ждите самого подробного ответа. М-видео. Нам не все равно.